суматоха. Рахман вылетает из ринга. В зале начинается потасовка между фанами Рахмана и Маскаева, я так понял. И пока в зале идет драка, Рахмана приводят в себя. В общем, эмоции в ринге перешли на эмоции в зале. Доктор возле Рахмана. Да, Рахман готовится подняться на... чтобы вернуться. Вот. Просто скажу, конечно же, Олегу очень повезло. Все заканчивается. Я имею в виду победу Олега Маскаева. Дай бог, чтобы у Рахмана тоже со здоровьем все было в порядке. Радуется Олег, Вячеслав Трунов. Ну и смотрим еще раз. Эпизод, который можно просматривать вечно вместе с пылающим огнем и падающей водой. И падающим Хасимом Рахманом. Ой-ой-ой, смотрим, как Стив Смугер получает стулом.